Сегодня в пасхальные дни мы в роддоме, в перинатальном центре, снова в гостях у главного врача Антюхиной Маргариты Николаевны. Мы очень счастливы, что она поддерживает наше служение и в этом направлении делает очень много, содействует, а это важно, когда нет общественным организациям, нашему региональному движению «За жизнь», нашим духовным, православным корням, которые вложены в эти труды, работу, служение, зачатая жизнь человеческая, она уже является человеком. Поэтому мы сегодня передаем для перинатального центра и кабинета доабортного консультирования необходимую литературу, которая вот содержит материалы, которые помогут профессионалам этой больницы, акушерам-гинекологам, психологам консультировать и помогать, мотивировать женщин на то, чтобы рождать деток живыми, здоровыми, что им будет оказана поддержка. Писали грантовую работу Курская область, регион «Благожелательное отношение к беременным женщинам и детям до рождения». И хотелось бы, когда мы получим поддержку в президентском гранте, может быть, на региональном уровне перинатальному центру присвоят звание благожелательного родильного дома. А мы не так благожелательны сам по себе, да? Факт. Ну, вообще, там есть перинатальные награда, центры, говорят, такая специальная. Есть такая награда, да, но сам по себе факт наличия перинатального центра, это уже они создавались для благожелательного отношения к будущей маме, к случившейся маме, к женщине. Мы делаем все для того, чтобы наши женщины, пребывали в комфортных условиях, получали адекватную информацию, получали полные консультации и правильное лечение и реабилитацию. Вас мы хотим в очередной раз поблагодарить за неоценимые услуги, за невероятную помощь, которая позволяет нашим беременным женщинам передумать, имея беременность, в сторону приобретения маленького малыша. На сегодняшний день этот процент составляет в Курском регионе 28,6. То есть приходит 100% на прерывание беременности, и 28,6 уходит и вынашивает беременность. Весь мир, Российская Федерация, сейчас все в связи с тем, что у нас, к сожалению, рождаемость снижается. Все сейчас направлено для того, чтобы сохранить как можно больше деток, как можно больше иметь вторых, третьих детей и как можно больше сохранить беременности у тех мам, которые забеременели. Благодаря доабортному консультированию, той литературе, которую вы нам предоставили, тем общением с психологами, социологами, юристами, у нас это получается делать. И хотелось бы, чтобы этот процент 28,6 превратился почти в 100. Спасибо большое. Вам спасибо большое за предоставленные материалы. Мы будем им активно пользоваться.